Совсем скоро у меня будет день рождения, 1 ноября. И в этом году я решила сделать себе такой подарок. Я записалась на фотодень. Очень интересная тематика. Дальше я покажу видео, как все происходило. В пакет услуг входила прическа, макияж, красивый, интересный. У меня была визажист Елена. Прекрасный мастер, очень приятно, и то, какой образ у меня в целом получился, мне очень он понравился, и я осталась довольна. Когда ты сама визажист, так, не то чтобы не просто, так интересно попасть в руки к другому мастеру и почувствовать себя просто девушкой, которая пришла получить удовольствие. Мне так хотелось ощутить эти эмоции и побыть самой в качестве модели. Так что благодарю за эти чувства. Это было очень интересно. Ну что, смотрите, как это было. Современные ведьмы не летают на метле и не варят зелья в котелке из глины. Своими мыслями творят изменения извне, создавая мощный поток из хаотичной пучины. И каким-то неведомым образом они чуют друг друга и собираются в стаи, как будто у каждой магнит в сердце, и жить поодиночке они дико устали. Ключевое слово для них – осознанность в мыслях, поступках, намерениях, улучшает свой мир неземными молитвами, ведают, что все не уйдет в забвение. Современные ведьмы – это проснувшиеся женщины ото сна, где царит невежество. Вы узнаете их по глазам и внутренней силе, они весь мир наполняют космической свежестью.